Приветствую вас на канале «Правильный выбор». В данном видео расскажу о беспроводном пылесосе от компании Bosch, модель BCH3ALL25. Актуальные цены на сегодняшний день будут в ссылках в описании к данному обзору. Я очень старался, собирал всю информацию о характеристиках, анализировал отзывы, монтировал и озвучивал. Очень надеюсь, что вам понравится, и буду очень рад, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Быстрый и маневренный с эргономично встроенными аксессуарами для максимального комфорта при ежедневной уборке. Вертикальная парковка без дополнительных устройств. Зарядное устройство в комплекте для зарядки от сети. Все необходимое всегда под рукой. Аксессуары встроены непосредственно в прибор. Подвижная щетка на шарнирном соединении для уборки вокруг мебели и под ней. Насадка для мягкой мебели, щелевая насадка. Количество насадок 3. Вместительность пылесборника 400 мл. Размер. Высота 115 см, вес 3 кг. Литий-ионная аккумуляторная батарея обеспечивает сверхпродолжительную работу, зарядку и длительный срок службы. Батарея имеет три степени электронной защиты от перегрузки, перегрева и глубокого разряда. Время работы 55 минут, время зарядки 5 часов. Два в одном. Съемный портативный пылесос и стандартный беспроводной подходит для всех типов напольных покрытий. Система Easy Clean для легкой очистки щетки. Уборка на всех уровнях. Благодаря расширенному набору аксессуаров вы можете удалить большинство видов грязи от пола до потолка как дома, так и в автомобиле. Стабильно высокая производительность. Система Robust Air обеспечивает высокую эффективность очистки даже при заполненном контейнере. Я проанализировал отзывы реальных пользователей, сейчас расскажу вам то, на что в основном жалуются обладатели данной модели. Шумный, нет подсветки снизу. После обычного пылесоса первое время казался тяжелым. Высокая цена. До силы всасывания обычного пылесоса беспроводному далеко. Стакан для пыли нужно чаще высыпать. Я стараюсь быть объективным, поэтому расскажу и о положительных сторонах, которые частично пересекаются с отрицательным мнением. Давайте перейдем к хорошему. От аккумулятора работает почти час. Стакан для сбора мусора большой. Стоит в пенале и никакие шланги под ноги не попадают. Пыль тянет очень хорошо, мощность вполне вменяемая, можно и ковер пропылесосить, и линолеум с ламинатом. Чистить лоток, чистить и мыть фильтры несложно. Есть дополнительные насадки, прячутся в корпусе и не надо хранить их отдельно. Удобный, маневренный, уборка приносит удовольствие. Возможно, вы станете или уже стали владельцем данной модели и поделитесь в комментариях с нами своим отзывом о пылесосе. Все лучшие цены на эту модель находятся в описании под этим видео. Очень надеюсь, что обзор был вам полезен. Буду очень признателен, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал. До встречи в следующих обзорах. Всем пока!